Греческий суд в Салониках удовлетворил запрос России на экстрадицию российского гражданина Александра Винника. Отмечается, что на это он согласен и сам. Но пока выдача невозможна. Параллельно еще идет процесс по вопросу экстрадиции Винника в США. Если Верховный суд Греции решит это дело в пользу Вашингтона, то окончательное решение будет принимать греческий министр юстиции. Александр Винник был задержан в Греции в июле по запросу американских властей. В США его обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалюты. После этого запрос на выдачу Винника отправила и Генпрокуратура России, где на него также заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.